Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу приготовить запеканку с овощами и с куриной грудкой. Для этого нам понадобится произвольное количество овощей, сколько у вас есть, какую пропорцию вы хотите. У меня вот кабачки, картошка, лук, грудка, где-то 200 грамм сыра, укроп, майонез, растительное масло, соль и черный молотый перец. Для начала нам все овощи и грудку нужно будет нарезать на кубики. Вот я покажу, а потом все нарежу. Вот на такие кубики. Мелкие. Я так нарежу грудку, кабачки, картошку, лук и все обжарю отдельно. А потом вернемся. Вот мы немножко обжарили до прозрачности лук. А теперь я добавлю грудку. И будем обжаривать их вместе. А здесь я нарезала кубиками картошку, залила водой, чтобы убрать лишний крахмал. Сейчас я его откину на сито, потом на полотенце и тоже обжарю. И также кабачки. Все. Вот посмотрите, мы пожарили картошку кубиком, кабачки кубиком, грудку с луком пережарили. Теперь мы все смешаем. Нарезали укроп. Добавим его. Посолим. Немножко размешаем. Поперчу. Теперь добавлю натертый сыр. Немножко мы положим вовнутрь, а остальным посыпем сверху. Размешаем. Этот рецепт подойдет тем, кто не любит вареные кабачки. Когда делают запеканку, обычно кладут кабачки в свежем виде. А вот в таком состоянии они даже и непонятно будут, что внутри кабачки есть. Они очень вкусные и хорошо сочетаются и с картошкой, и с курочкой. И вот я положу майонез. И размешаем. Еще немножко положим. Ну, наверное, вот 3 столовые ложки достаточно для моего количества продуктов. 3 ложки достаточно. Сыр расплавится и придаст сочность с майонезом овощам. Вот так. Теперь нам осталось это выложить в форму и положить в печку. Вот посмотрите, я забыла сказать,
что нам еще понадобятся сухари. Вот мы налили масло растительное, намажем форму и обсыпем ее сухарями. Это делается для того, чтобы потом нашу запеканку было легче вытащить аккуратненько из формы. Ну вот, обсыпем сухарями. Сделаем по бокам. Вот так. А теперь выложим. Все выровняем. И положим в печку. Когда все это нагреется, внутри сыр расплавится, я вытащу из печки и посыплю оставшимся сыром. И заново положу минут на 10. А пока в печку. Вот мы приготовили запеканку. Посмотрите, я уже ее покрыла сыром и опять положила в духовку. Теперь она подрумяненная, красивая, ароматная. Аромат стоит на весь дом. Очень-очень аппетитная, очень сытная. И, как я сказала, внутри спрятаны кабачки. Если вдруг кто не любит, никто и не поймет, что там они есть. Попробуйте, приготовьте у вас дома, посмотрите, понравится вашим родным. И напишите мне, как понравился вам этот рецепт. И не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные, интересные, быстрые рецепты.